класса и группы в ряде детских садов и школ Чувашии закрыты на карантин из-за пневмонии. Специалисты говорят, речь об эпидемии не идет, пока это просто сезонный подъем заболеваемости, а самая лучшая защита – это прививка. Привиться можно от возбудителей, которые чаще всего вызывают пневмонию. Это такая же вакцина, как и от гриппа, и она направлена на формирование таких защитных антител против наиболее частого возбудителя пневмонии. В настоящий момент самый частый возбудитель как в России, Чувашии, так и во всем мире – это пневмокок. Это такая бактерия, которая вызывает как синуситы, бронхиты, ОРЗ, фарингиты, но также нередко и пневмония. Чаще всего вот вызывает пневмонию среди других бактерий. Против нее есть хорошая вакцина, которая переносится так же, как хорошо, как и грипп, делается по определенной схеме. С 2007 года она, кстати, включена в национальный календарь прививок для детей. Всем детям первого года жизни ее уже делают. А другим категориям граждан, которые не успели получить прививку, потому что родились раньше, она делается уже по эпидемическим показаниям бесплатно. А кому показано сделать прививку, в первую очередь, куда для этого обращаться? Об этом с главным пульмонологом Чувашии Ольга Пырочкина беседовала в программе «По существу». Выпуск уже на нашем сайте и YouTube-канале.